Окей, ребят, всем привет, с вами я, Павел Первый, и спустя очень долгой паузы, отсутствие прохождения Лего Бэтмен 3, я наконец продолжаю его проходить, и, в общем, давайте-ка продолжим, так как скоро, уже совсем скоро выходит Лего Jurassic World, а вполне вероятно, что уже выйдет, когда я это сейчас говорю, когда эта серия выйдет, вот. Так что я соскучился, честно говоря. Немного по Лего, давайте вспомним, что да как. Я действительно уже очень долгое время ни в одну части Лего не играл. Например, Лего World вышел, неплохая замена Майнкрафту. Честно говоря, меня немного зацепило, и кажется, что я ее даже куплю. Так, ну здесь что-то... все громко, видимо, я уже отвык. Окей, флеш супер-пупер мега быстрый. А это кто с пистолетом? Чё за кибер? Ладно, флеш, давай. Покажи нам скорость. Значение этого слова. Просто так взять и пройти мимо деталек. Черт, а тогда я ведь вспомнил, что уже особо за ними не гонялся. Ну ладно. Так, куда нам теперь? Окей. Это было проще простого. Кажется, эта дверь заперта. Должна быть неподалеку и срочной пульт управления. Кэп. Спасибо. Поехали. За ручным пультом управления. Эй, зачем ты начал крутиться? Я ж тебя не просил. Легче все ломать. Я чуть не свалился. Да ну нафиг, соскальзываешь с этой скользкой дорожки. Ладно, я и забыл вообще про Робина костюм. Штука тоже не может. Так, что-то нашли. И что это за фигня?
Так, может это? О, да, отлично. Я все тут разрушу нафиг. Ага, сбор. Хотите собраться? Ну, собирайтесь. И чё это? You do believe in Batmite, right? Костюм с сонаром позволяет разбивать синее лего-стекло. Для использования удерживать H. Понятно. Так, а это стекло? Вряд ли это стекло. Да просто скользкая дорожка. Станет неплохо, ладно. Но где стекло найти, черт возьми? Так, Робин, 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 иди сюда. Новый костюм. I'm Batmite. Oh, I almost scared myself on that one. С этим устройством можно взаимодействовать с сферическим костюмом Робина, чтобы войти в сферический режим, нажми К. Окей. Буль-буль-буль-буль! Давай, Флэш, ты супер быстрый. Это где мы вообще? Не помню, на каком-то корабле мы были последний раз, да и все. Больше я ничего не помню. Так, а вот это прострелять нельзя. Жалко, телек неуязвим. Так, какой-то взлом начался. Сейчас взломаем. Как это работало? Как это работает? Может, зависит от того, кто здесь... Нет, это только киборг ломать может. Ну как ломать-то? За бред. А, надо было запоминать, где. О, это зубики, блин. Я думаю, с кем они там дерутся.
гигантский газетик. Да! Теперь я сила! А сила непобедима! Сдохните все! На! Разлетитесь на мелкие кусочки! Обожаю мощь в своих руках! О да, что творит моя мощь? Тут аж все трясет. Руки будешь, пока я тебя не задел. На! Я развалился случайно. Через этот телепортатор, чтобы попасть в зал справедливости. А пока я не собираюсь в зал справедливости. Чё, пошли? Это чё? Тоже телепорт? А, в эту пещеру, вот они. В этом гиганте заточена вся сила, мощь и все прочее в одном просто. Так, ладно, порушили и хватит. Поехали-ка. Ух ты. Он может как-то кувыркаться. Пошла сюжетная миссия. Грузится моделька. Блин. О, Бэтмен. Светлячок. I despise you, Wonder Woman. Now come on, do we have to get personal? How would you like a hot foot? No thanks. Спасибо, Флэшу. Not had enough yet? Just getting warmed up. Окей, босс батл походу будет. Или босс батл. It's worse than we thought. He's using fire-based puns. Will you be serious? We need to take this guy out. Don't you mean put this guy out? Ah, man, now I'm doing it. Oh, you've got me all fired up. Along like a watchtower on fire. There has to be something around here we can use to defeat Firefly. We need to start fighting fire with
water. Да ладно. Водичка! My precious flames! You ruined them! I'll get you for this! No! Гасни, тварь! Так, а что теперь тушить-то? Чё-то легко. Too bad. I think he was warming to you. Seriously? Are you proud of what you just said? Not really. Maybe we can use the water cannon to get past this flaming wreckage. Так, сначала только я все подберу тут, ладно. Какие-то ходячие подарочки. Чтобы три штуки дала бы штука эта. Ладно. Так, какие. Черт. Так, чудо-женщина, может ты что-то сможешь сделать? Спасибо. Неплохо собрали на X5. Че, прости, чудо-женщина, я тебя случайно куснул. Окей, давай-ка потушим. Залезай! Что быстро бери это. Так, вероятнее всего, это все рассчитано на чудо-женщину. Это потушили огонек наш. Хватит просто так беспричинно крутиться. Ты кто? А, гепарда. Don't you know this kitty has claws? Cheetah, I implore you, abandon your evil ways and join with me in sisterhood. Sorry, but I already have new friends, and they like being bad. Эти женщины ничего не понимают. You're not going anywhere. No. Bad kitty. Блин, рано собрал. Киса, хватит. Ух ты, что-то золотое. How do we get her down now? I might be able to deflect that laser beam towards her with my bracelets. Sure needs a bowl of milk and a really long room. Так, избавимся от зубика. А теперь направим всю мощь. Так, тормози.
С помощью браслетов чудо-женщины можно отражать лазерные лучи, став на точку отражения. Помните, лазерные лучи могут нагревать и взрывать объекты из лазерных объектов Лего. Так, нифига не вижу. А, вот он. И где там лазер? Я его не вижу. Наконец-то. I'll make you pay for that. I've got you now. Get her off me. А чё, упала и сдохла там, что ли? Оставь мне немного, чудо-женщина. А, уже убили ее, что ли? Он проснулся. My lasso will force you to tell the truth. Now, do you really hate me? No. I really wish we were friends. There, see? But I think I look better in my costume than you do in yours. And I don't think Superman likes you as much as you like him. Okay, that's enough. You know, I was just chasing Killer Croc through a sewer. Why didn't you catch him? Well, he caught me off guard. But I'm ready this time. Every time. Давай, одевай свой мега костюм. I guess we'll have to take the stairs then. Robin, what spaceship have you ever seen that has stairs? Good point. We need to override the elevator controls. Quick! Something tells me this vent will be rather uplifting. Yes, and the air pressure should lift us upwards too. Wait. I get it now. Да, да, хорошо, короче. Все. Стой, короче, я сейчас мега костюм беру. О, другое дело. Вот это другое дело. Мегаполе там. Еще, видимо, какой-то костюм. Ладно, одеваем свой любимый гигантский костюм. Это вам за то, что не выпускаете Warcraft, Лего Warcraft. Горячо. Чё ты? Так, может, ты знаешь, что тут делать? Ладно. Допустим, не знаешь. Пошли сюда. Ай! Чё ты сдох, блядь.
чертям разлетает. Так, стреляй, ёпта. Так, здесь нужен техно-костюм, понятно. Ну, не техно, а тот бомберский, оба. Спрятанные 10 тысяч деталек. Так. Вот и фига. Эй, стой, мы наверх еще не добрались. Ой, как все трясанулось-то, а? Это костюм для купола, что ли? Походу. Уйди с дороги. Now I can use my jetpack to reach the controls. Batman took my jetpack away after he caught me pretending to be Superman once. Ну ты лох, а. Как он летал, я забыл. А, надо было сначала подзарядиться. Хорошо, что я вспомнил. Поехали. Чё? Сейчас я врублю свой мега костюмчик. Невероятная мощь. Circuitry isn't compatible with this access port. But my Robin drone should be. Prepare to be jealous. Okay. Штуки, по которым можно ходить. Ладно. Так, иди сюда, Робин. Гуд. А вот она вся прелесть магнитного костюмчика. Ходить по магнитным трубам. Yes, 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 it worked. Cool. From Bird Boy to Bellboy, right? Let's get after those creeps. Окей, как насчет той штуки? Какое-то невидимое поле мешает. Понесла! Да, спрячьтесь. Talk about your spoilers.
Let's crash this surprise party. Спойлеры, спойлеры. Surprise party where they turn the lights on. Either it's a localized power outage, or they really like building suspense. How's that illumination suit of yours, Robin? It might be what we need to light the way. Сейчас посмотрим, какие из этой темноты выходят. Too dark to see anything. I should put my illumination. Так, надо подзарядиться немного. Even the Batcave is brighter than this place. Better switch to my illumination suit. Окей. Вот вам и свет. Так, ну логично, что с костюмчика я это сейчас одену. Благо, в нем еще есть энергия. Почамали туда. Окей. Будет, ман. He's too big for me to fight. Cyborg, help! My suit's extra large mode should even the odds a little. Окей. Выходи, малыш. Фу, ты воняешь. Я! 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 На! 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 Эпик батл! На! 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 На тебе поджопник! На! Must be here somewhere. I can smell him. Так, посвети-ка немного. А, вот он где сидит. Тут все ярко-то светится, однако. Так, выходи, выходи уже, зеленое чучело Тайдхантер из Доты в Лего стиле. That hurt my ears, you little. What ears? Go get him, Cyborg. На! На тебе, на! Кия! Уба! Сузну! На! Ясно.
even to his demands to be president. Shut up, Joker. Of course, the binary fusion cannon. Yeah, the bouncing futon thing. Enough, Joker. Oh, but Betsy, I'm just getting started. Welcome to the Joker Surprise Show, Patsy! I'm glad you brought a super friend along. Oh, don't be such a spoiled bat. Let's see who's behind door number one. I don't like surprises. Ясно. Приготовил для нас Джокер штуку. И чё такое? This is the end for our heroes. Tune in. Same Joker time. Same Joker channel. Джокер Джинал. Quite a showman, this Joker arch-villain of yours. You wanna trade? I'm good. Музон прикольный. Так, сейф. Bones were only rusted metal, Batman. Time for door number two. Эй, тормози со своей дверью, два. How delicious it is! Batman and Superman taken down by the clown prince of crime! Сколько ж ты сюрпризов-то приготовил, Джокер? Я тащусь прямо от них. Identical clothes. Let's bring out our final challenge. Ясно. Like my latest upgrade, Superman. Now let's see how you handle a fair fight. Что-то мне не нравится этот slow motion. You're not going to escape this time, Superman! Вы чё, пофиг, что ли? И свой супер быстрее. На! Is rid of menaces like you, Superman. А где ж твоя сила полетов? Который вообще бессмертный, ему пофиг. Теперь смотри и учись. Я расплавлю тебя. I'm afraid playtime is over. Так, давай расплавляйся уже. А, он морозит. Ой, какая скорость сборки-то, однако.
Быстрее, чем Флэш. Ладно. Electric suit, right? An electroconductive discharge suit, actually. It allows me to... Like I said, electric suit. An EMP should shut that suit down. It's got no power. I can power the EMP up, but I need the charge from that platform, and I can't get to it. Leave it to me! Тупой Джокер. Так, и где мне это найти? Где мне найти электрическую станцию? Да кто тут, блин, нужен? Тут ничего нету, блин. Так, и откуда мне заряжаться-то? Так, допустим, я понял. А где мне взять электрический костюм? Ладно. Еще раз топлю. Ты же можешь сюда. И Бэтмен тоже может. Чё-то я не подумал. А, нет, он не может. У него же энергии нет, я и забыл. Зончик прикольный. Так, новый костюм. Готовься к смерти! Чё, всё, что ли?
object approaching. Не нравится эта приближающаяся штуковина мне. I sent Green Lantern of Sector 2814 to investigate. Greetings! I am Brainiac, an android, and collector of knowledge and civilizations. I have overthrown the rulers of my home planet of Kalyu. And you want to join the Justice League? Well, leave your resume with my assistant Angie, and we'll get back to you if there's an opening. I have no wish to join the Justice League! It was worth a shot. Although the threat your vessel poses is minimal, I cannot allow you to interfere with my plans. And what are your plans, Brainiac? I have traveled the universe collecting things, using my shrink ray to miniaturize cities from every galaxy. So you're like an evil space nerd. But collecting cities has lost its fulfillment. I have decided to expand my collection. A city is no longer enough. I now want to collect worlds! Oh no! Вот говно, to the weapons lab. It may hold the key to defeating this Brainiac. Okay.